Вовин семинар, дубль 2. Начали, отдохнули, курили, попили, Даша попила. Да. Я обещал вам показать картинки. Это Даша. Я обещал вам показать картинки. К сожалению, ни компьютер, ни телевизор. Переезд, телевизора нет, я бы показал. Итак, помните график, который я вам показывал? Узнаете, да? Вот они просто расположены. Шайбочки. Шесть шайбочек по графику, по цвету, точно так же. Дальше мы сможем с вами посмотреть. Я вот пущу. Смотрите, по рядам. Мы посмотрим первый. Вспоминаем первый. Укладка, фиксация. Максимальная, блеск минимальный. Короткие волосы. Называем так. Короткие и еще короче. Угу. Да? Это эксклюзивная информация. Нет, ВКонтакте будем ждать информацию. И это файбер, так называемый, помню. Еще раз. Molding clay. Помним такое название? Да. Я сейчас покажу для чего, что он может делать. Это средний блеск, средняя фиксация, короткие волосы, гладкие прически. И в камеру. Классика. Классика. Угу. Весь семинар я ВКонтакте не выложу, это запрещено. То есть вот то, что сейчас есть у меня, вот это только для показа слайдового. Можно на личную страничку в видеозаписи? Нет, ничего личного нельзя. Извините, ничего личного. Следующий, вспоминаем. Груминг крем был такой у нас. Груминг крем. Чего он там сделал? Чего он там? Максимальный блеск, сильная фиксация, да. То есть это высокие, гладкие прически. Ну, на конкурс, грубо говоря, вот это лучше всего. Если тебе нужно на конкурсе, чтобы стояло, тогда надо просто выбирать продукт. Действительно, если у тебя жесткие волосы у модели, то если тонкие волосы, и на влажные можно использовать. Можно на влажные волосы использовать стайлинг, посушить и добавить на сухие волосы жесткого стайлинга, чтобы держал. Вот к вопросу, Александр. Можно чередовать по необходимости. Следующий продукт. Defining Past. Вспоминаем. Максимальный блеск. Минимальный блеск. Женя, да, извиняюсь. И максимальная фиксация. Вот такие вот образы. Да, ближе. Будьте добры. То есть это короткие, настоящие. С максимальной фиксацией, с минимальным блеском. Ну, вообще для мужчин, наверное, лучше брать минимальный блеск. Не любят они. Зависит от прически. Когда это что-то гладкое, зализанное и требующее блеска, то бишь блики какие-то. Следующий продукт – форный крем. Универсальнейшее средство, средняя фиксация, средний объем. Любая текстура, любой хаос, порядочный. Средний блеск, средняя текстура – очень удобное средство. Очень люблю его. Помада. Вот, что вытворяет. Не-не-не. Нежно. Угу. Качественные. Окей. На влажные волосы. Да, можно на влажные волосы. Это я обещал касательно образов, которыми мы можем пользоваться. Что мы можем делать? Если необходимо, меня спрашиваете. Мы всегда посмотрим, всегда уточним и будем пробовать средства. Да? Поехали дальше. Остались у нас 1, 2, 3, 4 серии продуктов. Это линия «Чайное дерево», включает в себя вкладочный крем, нюхать, сильной фиксацией и легкой фиксацией, оба крема. Просто отмечаем, сильно легкая фиксация, включает в себя и кондиционер, балансирующий шампунь. Вообще, о чем говорит это все? В чем разница между классик, оформление очень похоже, и чайным деревом? Зеленые буковки. Точно. Точно. Абсолютно. Видим здесь и здесь. Разного цвета. Плюс экстракт чайного дерева. Экстракт виноградных косточек. Антиоксиданты. Успокаивающий. Для чувствительной, для раздраженной кожи. Шампунь. Шампунь.
шампунь, укладочные средства, кондиционер. То есть все необходимое, чем мы пользуемся. Шампунь, кондиционер, укладка. Шампунь, кондиционер, укладка. Вся укладка. Все средства на водной основе. Помним? Помним. Очень полезно. Крем и гель. Фиксация. Разные фиксации. Но это все, получается, средства для чувствительной кожи, да? Вся линия чайное дерево. Она специально выпущена для чувствительной кожи. Если видите, что тонкие волосы, раздраженные, покраснения, рекомендуйте. В салоне, наверное, не у всех будет большие бадьи. А вот если для тех, кому за уже за 50, когда да. у них волосы уже как-то херовенькие, вот для них хорошо? Ну, насколько херовенькие? Кожа тонкие. Головы раздраженная, чувствительная. Понятно. Предлагаем. Если волосы, стимулирующий кондиционер для тех, кому, как ты сказала, специальная линия. Разрабатывалась для тех, кому. Опять же, не про возраст речь, а с определенным решением. Есть проблемы, есть решение. Да? Плюс, если проблема роста волос, у нас есть отдельная линия, серия. Называется она Anti-Hair Loss. Это линия от выпадения. Можно Anti-Hair Loss не записывать, если это сложнее. Линия от выпадения. Чайное дерево. Рассмотрели? На самом деле я бы его поставил в категорию вот таких вот этих вот. Уход. Стайлинг. Добрый вечер. Anti-Hair Loss. Линия от выпадения. Включает в себя 4 продукта. Шампунь от выпадения. Мусс. Сначала 4 продукта. Концентрат. Называем концентрат в ампулах. Не масло, не называем. Правильными словами пользуемся. Концентрат. Очень хорошо действует. Особенно мужчин. Ампулы это вообще пугает мужчин. Все да. медицинское такое. Блин, что, уколы что ли? На самом деле вот концентрат. И это пластырь. Действия, компоненты одни и те же. Стимулирующие. Как пользуемся? Очень интересная вещь. В лед будет уходить просто. Очень много мужикам. Специальный шампунь, не раздражающий, смывающий только то, что нужно. Подготавливающий. Он для чего? Он смывает с кожи ненужные вещества. Все. Подготавливает для глубокого проникновения активных компонентов последующего препарата, продукта. Это концентрат. Классно. Моем голову. Как пользоваться? Берем ампулы для активного действия. Если есть проблема, чтобы остановить выпадение, возобновить рост. Практически в течение 6 недель. Просто можно написать концентрат. Пользование. Первое. Шампунь. Второе. Ампула. Ежедневно в течение 6 недель. 4-6 недель втирать проборы в кожу головы. Сухие волосы? Да. Или... То есть... Нет, подсушенные волосы нанесли и... Сколько 6 недель втирать? Это для активного действия. Их каждый здесь день. Всего 12 штук каждый день. Это очень активное действие. А мыть, получается, нужно каждый день? Каждый раз, да. Каждый раз. Шампунь специально подготовлен для этого. Он не будет ни сушить, ни жирнить. Втирать проборы в кожу. По истечении этого срока проходим на профилактический курс. Это или через день, или дальше по ощущениям, по видимости. Да? Итак, каждый день в течение 6 недель или через день как профилактика. Осела? Отметили? Угу. Следующий продукт. Это пластырь. Действие аналогичное. В чем разница? Это самое концентрированное средство из всех. Самое концентрированное, мощное. Концентрат. В пластыре то же самое действие. Как пользуемся? Моем кожу головы и приклеиваем пластырь. На какие места? Действует минимум 8 часов.
То есть держать надо 8 часов. Соответственно, на ночь. Можно на ночь клеить на залысины, так называемые, да? Если у кого-то, например, есть пластырь телесного цвета, к сожалению, открыть мы его... Не один? Не один. А их здесь 60 штук. Вот их здесь 60 штук, это сразу удобно для... Они, к сожалению, запечатаны. Но они телесного цвета. Чтобы кругленький пластырь, прямо вот натуральную величину он нарисован. Можно приклеить вот сюда. Можно два приклеить для активного действия, для более активного воздействия. Не на волосы, а там, где их нет. Там, ну, смотри. Там, где не полежат. Если ты на спину наклеишь... Это была Надя. Если ты наклеишь на спину, там, где есть волосы или нет, для воздействия сюда, будет воздействие. Он действует на рост волос, но будет длительно и очень долго ждать результата.